Еще одну замену готовит сейчас бразильский тренер. Это Кака, тот самый молодой игрок, о котором я вам рассказывал в первом тайме. Меняет он Ривальдо. Сборной команды Германии. И больше, естественно, не забил никто. Но достижение бразильцев нужно в данном случае, наверное, поставить немножко по... И не было такого соперника, как Саудовская Аравия, которой немцы 8 мячей забили. С другой стороны, в Бразилии все-таки все три сборные, которые попались ей в группу. Впереди пока сборная Бразилии. Кака должен был быть там совершенно свободен, был Жуниор. Но и так получается атака у бразильцев. Возникают некоторые сомнения в том, что Пауло Сезар Ванчук. Кака. Как здорово работает с мячом. Великолепная передача, но... Ну да, безусловно. Тут, в общем-то, и спорить даже не о чем. Костариканцев, по-моему, это Клеберсон. Снова в атаке. Не показал? Да, конечно, это вот разница судейских трактовок. Она способна очень серьезно... У костариканцев Кафу набирает скорость. Кафу, Кака... Можно дальше играть на Кафу. Тот продолжил свой рейд по флангу, но зазевался. 4,5 минуты до окончания этого матча. Ну и я думаю, что... Количество ударов 17-12. Напомню, что у бразильцев отличились Рональдо, Эдмилсон, Ривальдо и Жуниор. Еще один гол костариканцы забили в собственные ворота.